На протяжении нескольких недель брещане только наблюдали с экранов телевизоров за тем, как, казалось бы, забавляются мировые знаменитости. Непонятно, зачем им нужно обливать себя холодной водой, да еще и на камеру. Однако истинный смысл акции Ice Bucket Challenge кроется не только в феерическом водном шоу. Те, кто получил вызов облиться, жертвуют хотя бы небольшую сумму в фонды помощи детям. Недавно такое приглашение прилетело из далекого Израиля брещанке Алине Лапиной, которая с удовольствием поддержала добрую миссию. Так получилось, что в один чудесный день моя подруга, которая сейчас в Израиле, она номинировала меня, причем прислала такое короткое сообщение: «Посмотри, зайди на Facebook». Я захожу, вижу ведро воды и понимаю, что все, попало. Вот, и на самом деле в тот день было очень дождливо, холодно, и я не решилась это сделать, но на следующий день уже стало немножко потеплее, хотя было 15 градусов. Мы вышли все-таки с мамой, она тогда снимала это чудесное видео. Вот, и облилась холодной водой. Акцию Ice Bucket Challenge можно в чем-то сравнить со знакомыми каждому советскому человеку процедурами закаливания, которые долгие годы были хорошим способом приобщения к здоровому образу жизни. Эту же функцию несет в себе и флешмоб. Однако врачи рисковать не советуют, а потому настоятельно рекомендуют проводить подобные эксперименты осторожно. Нельзя ни в коем случае путать закаливание с экстремальным холодовым воздействием на организм, например, таких видов, как купание в проруби, обливание холодной водой. При этом температура воды не должна превышать 12 градусов. Чем ниже, тем лучше. А для закаливания первоначально всегда используется вода температурой не ниже, чем 30-32 градуса. И постепенно, каждые 3, 5 или даже 10 дней, в зависимости от состояния человека, температура воды снижается на 1-2 градуса и постепенно доводится до температуры воды из-под крана и не ниже. Сравнительно небольшой промежуток времени участниками акции стали более сотни людей по всему миру. Они не только обливались водой, но и жертвовали средства на лечение тяжело больных детей. Сегодня я принимаю вызов Олега Голоса. Но перед тем, как облиться, я назову своих номинантов. Это Дмитрий Шиферштейн, газета «Вечерний Брест», Екатерина Стриха, телерадиокомпания «Брест» и Илья Коваленко, организатор благотворительной акции «Танцуй за жизнь». Класс! Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».